Инспекторы ГИМС сегодня патрулировали наиболее опасные участки на водоемах области. Несмотря на пасмурную погоду и рабочий день, на воде людей было немало. Температура воды плюс 14-15 градусов. Инспекторы стараются предотвратить происшествия, следят за соблюдением правил безопасности. Речь идет о спасательных жилетах, а также о регистрации судна и двигателя. Это необходимо, если лодка тяжелее 200 килограммов, а двигатель мощнее 10 лошадиных сил. Самый маленький штраф, если забыл документы на право управления, но они существуют, 100 рублей. А если не хватает спасательных жилетов для пассажиров, то есть риск заплатить куда больше. Если же на судне не будет, то есть подлежащим государственной регистрации отсутствуют спасательные средства по количеству людей, находящихся на борту, санкция гораздо строже. Санкция предусматривает наказание от 15 до 20 тысяч рублей на физическое лицо.